Правительство России утвердило программу развития сельских территорий на период до 2020 года, сообщает сегодня «Российская газета». Документ предполагает формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни и, вместе с тем, создание комфортных условий проживания и работы вне города. В первую очередь предполагается улучшить жилищные условия селян, особенно молодых специалистов. В соответствии с программой, к 2020 году будет введено почти 5,5 миллионов квадратных метров жилья в сельской местности. Также планируется развитие инженерной инфраструктуры, газификация и водоснабжение, строительство школ, фельдшерско-акушерских пунктов, стадионов, клубов и домов культуры. Впервые правительство обещает поддержать грантами местные инициативы селян, а также поощрять и популяризировать достижения в сфере развития сельских территорий. Объем финансирования программы на ближайшие 7 лет составит без малого 300 миллиардов рублей. При этом запланировано создание более 30 тысяч новых рабочих мест.